Они не виделись ровно год. Москвич Сергей Белышев и его однополчанин Владислав Власов в последнее время отмечают День ВДВ в Сочи. Сегодня местом встречи стал сквер Цветного бульвара. Здесь в декабре 2012 года была установлена стела воинам, погибшим в локальных конфликтах. Поездка к другу на курорт – не только повод отметить праздник, но и отдохнуть с семьей. В Сочи отпуск, семью в море. Ну и сам город мне нравится, как бы я третий год подряд вот сюда ездил, каждый год, именно на 2 августа, вот, то есть у меня проходит здесь спокойненько, тихо, хорошо. Дружеские встречи, разговоры и пикники в семейном кругу – так предпочитают отмечать праздник десантники, за плечами которых не одна война. В этот день они мирно ездят на машинах с флагами, отдают дань памяти погибшим сослуживцам и кричат «Ура!» своим войскам. Купание в фонтанах в основном характерно для молодежи, да и вообще в Сочи, если освежаются в городских источниках, то тихо. Поэтому на курорте фонтаны в этот день не отключают. Если эта традиция есть, то по-человечески ее всегда можно реализовать. Вот. Ну а действительно, в городе Сочи живут действительно очень достойные, порядочные, дисциплинированные десантники, которые защищали родину нашу, которые сегодня готовы всегда оказать посильную помощь городу, принимают участие в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Доказательство тому – участие в этот день в праздничных мероприятиях творческих коллективов, школьников и воспитанников патриотических клубов. День ВДВ сегодня отметили на нескольких площадках – в Комсомольском сквере и на площади искусств. А у стелы на Цветном бульваре 16 десантников получили ордена генерала армии Маргелова. Эта неправительственная награда является особой формой десантного отличия. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.